Здравствуйте, меня зовут Виктория Исакова, и я хочу поделиться с вами своими новогодними традициями. Как правило, больше всего в качестве подарков меня привлекает что-то из посуды. Это, наверное, вазы какие-то, тарелки очень красивые. Ну и, конечно же, прекрасные предметы гардероба. Это что-то должно быть неожиданное, потому что праздник подразумевает то, что случаются неожиданности и какие-то чудеса. Поэтому я, как любая девочка, обожаю получать подарки. О, какая красивая! Я говорила о предметах гардероба. Что может быть прекраснее, чем подарить женщине сумочку? Я желаю нам всем быть здоровыми, чтобы мы имели возможность эту жизнь проживать с достоинством, с удовольствием, и чтобы эта жизнь была по-настоящему прекрасной.